Всем привет, с вами я, Фокси. Я буду сегодня делать реакцию на видео ограбление 3D-пародия Brawl Stars. Да. А я буду делать реакцию. Наконец-то реакции. 2 месяца не было реакций. Даже на битвы FNAF. Вот представьте, два раза. Вот в прошлом году 2 месяца подряд не было реакции на битвы FNAF. И в этом году 2 раза подряд реакции на битвы FNAF нету. Это представьте, как это тупо. Месяц без видео. Точнее, 38 дней без видео. Я офигел, да? Это 5 недель без видео. 5,5 недели без видео. Представьте, ладно, начнем. Надеюсь, будет смешно. Так. Эль Примо. Всем привет! Я знаю его. Это типа А4. Ваш пароль слишком простой. Эль Примо, мой любимый редкий бравлер. А там нет буквы! Дебил. Там даже буквы нету. Я тебя вычислил. Синдрор, но и Глория. Не понимаю твой итальянский, но я видел пароль. Он испанский вроде. Один. Хотя, не знаю. О, Леон и Нита. Где Эдгар? Вот он, Эдгар. Слушайте, я, конечно, рад, что у вас наконец любовь, морковь и шуры-муры, но можно потише. Вообще-то мы брат и сестра. Что? Я-я-я. Ну, такого поворота я вообще не предполагал. Ладно, пора позаботиться о богатстве. FPS такой хороший. Дать не стало. Не дает. Тогда пойду по кристальной дорожке. Так. Так, пошел. Ну, смотрите. Эль Приму мой любимый редкий. Напишите в комментариях, какой ваш любимый редкий бравлер. Вообще-то Эль Приму сильнее Кольта. Стоп. Если Кольт сильнее легендарок, сильнее Ворона, Леона и Спайка, он сильнее этих легендарок. Я играл в Brawl Stars. Я за Кольта... Я видел на Ютубе еще, как Кольт надирал жопу. Жопу ворону. А если было бы такое... там было кристаллы, захват кристаллов. 3 кольта против ворона, спайка и леона. Конечно, ГГ будет. Естественно, ГГ. Так, если Эль Примо сильнее кольта, а кольт сильнее леона, ворона и спайка, то значит Эль Примо сильнее спайка, ворона, кольта. Ой, кольта и леона. Блин, такие бравлеры, которые есть у каждого игрока, но надирают жопу легендаркам. Ну, это как-то... Это дисбаланс. Надо было их мификов делать, эпиков. Лучше бы Эль Примо эпиком был, так как он надирает всем зад. Я за него тащер настоящий. Я так тащил за него. Эль Примо, имба перс. Кто скажет то, что он говно, тот и сам говно. Кстати, посмотрите мою анимацию, которая недавно вышла. Сегодня точнее. Это колен? Так, что я вижу? Доход получен, налог не уплачен. Какой налог? Так, ну для начала определимся. О, зато СЦП физик или Юрик. Я Кольтик. Ничего, для Кольтиков у нас тоже ставка найдется. Кто добыл из камеры? Вот он. Схема Тосим знает. Ну это вообще уже 115-й федеральный закон. Все, вы оба на крючке, я назначаю вам выездную налоговую проверку. Нет. Приглашаю на предоставление пояснений. Как медведь пришел за Нитой. Никто не мог додуматься так делать. Никто не додумался. Все-таки он собрал. Поскольку в установленном
этом порядке вы не зарегистрированы. Я вам считаю по максимальной ставке. Подоходный 13, упрощенный 6, на прибыль 20, за пользование недрами 10 и штраф за кольтика 21. Итого вы обязаны со своего дохода уплатить 70% налогов плюс 10% взносов на пенсию Динамайку. Помогите нам, мы не готовы действовать в правовом поле. Ой, НДС-20 еще забыла. Все проблемы под этой бренной луной из-за женщин. Не было бы женщин с их любовью к блестящему, не было бы проблем. Именно потому, что женщины создают проблемы, я отказываюсь от отношений. Согласен. Не могу представить, чтобы когда-нибудь я бы добровольно... Как он в такую влюбился? Прекрасная! Как только я увидел тебя, мое сердце замерло лишь для того, чтобы в воспоследующий миг забиться сильнее. Я вновь обнаружил в себе силы жить, и засим посвящаю свою дальнейшую жизнь лишь твоему счастью. Я готов отказаться от своей доли в этой куче кристаллов и подарить ее тебе, лишь бы ты была довольна. То есть в теле появляется еще один бенефициар? Она уже придумывает ласковые прозвища. Это что, еще кристаллы? Надо брать! Они опять доход скрывают? Мои налоги! Моя любовь! В целом анимация топ. Очень угарная, веселая. FPS хороший. Анимация мне понравилась. FPS угарный довольно. Ну, FPS я не знаю какой, но точно хороший. Потому что ни резких движений вообще нету. Мой медведь! Мои налоги! Моя любовь! Отличное видео. Напишите в комментариях, какой ваш любимый редкий бравлер. У меня или Приму самый любимый редкий бравлер? Сверхредкий. Сверхредкий. Так, сверхредкий. У меня Дэрил, эпик. У меня эпик. Сейчас помню, кто там эпик. Я сейчас. Эпик, ПМ, мифик. Так. Макс, Искуйк, Лего, Спайк. А, хроматик мой любимый. Это... Так. Между Калет... Вальтом и генерала Гансом. Все. А ваши любимые бравлеры редкости? Стоп. А закупки, которые даются? 8 бит и Динамайк. Динамайк один из самых моих любимых бравлеров. Я за него тащер. Бойтесь меня, когда я беру Динамайка. Это вам не ворон прыгать на всех, как на даунов. И это вам не Эдгар с вороном, который прыгает на всех и надирает урон. Это большее.